Привет, ребят, это снова я. Сегодня у меня будет видео посвящено новому проекту. Называется он Гафы. Кто не знает, что это такое, можете уже в интернете пробить после моего видео. Но думаю, уже не понадобится это. Кому интересно, можете больше знать информацию про Гафы в интернете. Но вкратце расскажу, что это древолазы, вот, которые будут помогать мне залезать на дерево, устанавливают ловушки и не только. Вот. Сейчас вот я нашел полотно, размечаю по чертежу, потихонечку буду делать, вам показываю. Думаю, некоторым будет интересно. Вот. Так что берите на заметку, тоже пробуйте делать, и будет вам счастье. Итак, не будем откладывать долгий ящик, поехали. Беру рулетку, надо поделить полотно вот такое на две части по 55 сантиметров, тут метр 20 где-то. Вот, обрежу я, потом размечу тут по чертежу. Ну и покажу вам, в принципе, как надо будет делать вкратце. Потом я схему скину чертежа черновую, ну и кое-что расскажу вам, покажу. Ну вот так, ребята, обрезали мы. Сейчас будем равнять. Точнее, размечать сейчас будем с вами. Ну вот, ребята, сейчас я вам расскажу вкратце. Дублируйте или ставьте на паузу. Вот, но я еще в конце видео еще прикреплю чертеж. Вот, чтобы вам было понятно свой черновой. Вот смотрите, делаем полоску 55 сантиметров, полосу. От края отнимаем 2,5 сантиметра, чертим линию. Потом опять от этой линии начинаем замерять мы. Получается 11 сантиметров для стопы. Здесь будет наша нога находиться. Чертим 11 сантиметров, отмечаем, чертим линию. Потом дальше от этой линии отмечаем 17 сантиметров, выставляем точки, проводим ровную линию. И потом дальше от этой линии опять отсчитываем 6 сантиметров, выставляем точки, проводим линию. После того, как мы провели здесь линию и вот здесь линию, мы отступаем с этого края сантиметр и здесь сантиметром. Чертим треугольник. Вот такой. И здесь мы вымеряем сантиметр. И вот потом здесь сантиметр. И чертим тоже вот такой визуальный треугольник. Потом я объясню, для чего это надо будет делать. Ну и также вот я закрепил ровно. Это надо дублировать. Струбцинкой. Сейчас переверну с другой стороны, пометки сделаю в зеркальном отражении тоже так. И буду обрезать равномерно. Потом, чтобы легче было мне согинать, ребята, не знаю, буду показывать этот процесс или нет, я буду слегка надрезать болгаркой чуть-чуть, чтобы легче было согинать и деформации больше не было. И вот здесь. Потом здесь буду вырез делать. И вот здесь. Вот как-то так. Сейчас молотком подобью тут. Так вот, ребята, я заварил
если вам видно его. Смотрите, вот тут, тут. Укрепил, усилил его. Вторая то же самое, вот так. Вот. Равномерные, одинаковые. Вот, смотрите. Там плюс-минус чуть-чуть, может, и играет на миллиметр, но не критично. Вот. Теперь их соединяем вот так, равномерно, зажимаем струбцинами в тиски и будем дальше делать разрезы и соединять. Вот, ребята, мы сделали разметочку. Вот получается 17 сантиметров. Получается вот точка центровая. И делается треугольник, и тут, как говорил, по сантиметру в сторону. А потом тут получается от этой точки крайней до первой 6 сантиметров, тоже центр, делается треугольник. Сейчас мы будем вот это болгаркой срезать, приварим, согнем точнее сначала, потом приварим одну, вторую, потом тут то же самое сделаем, форму. Тут все вот так мы сделали. Выровняли, чтобы ровненько было более-менее. Чтобы у нас одинаковые были гафы. Ровненько вот так срезал. Сейчас согнем. Прихватим одну, потом вторую. Вот так мы согнули. Сейчас обварим. Точнее, прихватим, обварим. И потом вторую сторону будем резать и гнуть. Ну вот, ребята, вот так они теперь выглядят, гафы. Нам останется только сделать под пряжки кольца вот здесь наварить, вот здесь по краям. Ну и самое главное, надо будет здесь разместить когти непосредственно, благодаря которым будем ползать вот здесь с одной стороны. Вот нога. И вторая. Вот. Вот тут будут когти торчать такие. И будем ходить. Так что будем потихоньку делать. Уже начало есть. Ну вот, ребята, сделал я трехгранные вот такие когти. Теперь осталось их заварить. Надо еще подготовить уголок и будем крепить потом. Вырезал я вот такие вот треугольнички. Тут получается 4 сантиметра до серединки, здесь 4. По краям вот здесь выбрал по 2 сантиметра, а вниз отступил по 5, где-то 6 миллиметров, подровняю. И вот так буду приваривать я коготь. Сейчас его подработаю, подделаю. Вот пазы более глубже сделаю. И вот будет он здесь вот так становиться. И будем приваривать. Вот так. Это вы увидите потом попозже. Вот, ребята, вот так я сделал. Осталось чуть-чуть немножко. Вот здесь надо будет сделать вот такие хомутики, точнее, как их называют правильно, шморки такие его, с проволоки, шестерки что-нибудь или с гвоздика согну вот здесь. Вот также зачистить надо будет вот это все. Вкратце расскажу. Вот, смотрите. Приварил я их, это получается у меня это, грубо говоря, левая нога. Так вот, запоминаю, вот такой скос. Вот, левая нога, получается, вот так будет цепляться. Вот, коготь смотрит на край, вот сюда.
Сейчас я вам покажу. И получается расстояние отсюда должно где-то быть сантиметров 6. Чтоб край смотрел. Коготь вот так вот. Получается. Направляется, вот если вам видно. Ровная стопа вот так. Ну тут я заварил очень крепко, сильно. Угол вот такой получается. Вот. Смотрите. Ну и та же нога. Все сделаю почти одинаково. И изгибы вы видите. Вот там плюс-минус пару миллиметров, неважно. Вот. Сейчас я буду делать платформу жестянки. Вот здесь боковую такую. Ну, когда буду вырезать, все показывать буду. Сейчас пока надо зачистить вот здесь и подготовить проволочку, чтобы сделать скобу такую. Взял вот такой гвоздик, согнул, сделал вот такую петельку. Ну, вот так я обрежу, заварю, и будет вот такая у меня скоба тут. И на другом тоже так, гафе. Вот, ребята, вот так я вырезал жестянки 14 на 16. Вы видите. И теперь согнул их. А теперь вот так будут они установлены. И будут вот так смотреться. С этой стороны вот так закреплю. 4 сантиметра от края отступлю. Вот так. И буду закручивать. Теперь осталось нам ремешки найти. Ну и что-нибудь плотное найти и мягкое, чтобы не порезать ноги. Типа какого-нибудь пеноизоляционного материала найти. Обмотать, потом это все скотчем. Ну вот так, ребята, я сделал. Зачистил. Тут вот так шов я сделал усиленный. Это левая нога. И вот ближе к каблуку вот так проварил. Сейчас вот здесь зачищу тоже. И на втором тоже самое его сделал. Вот нога получается, подварил. Левая нога и правая нога. Во все одинаково. Тоже вот это еще раз повторю, зачищу, подделаю и будем дальше работать. Надо будет закрепить вот эти штуки. Вот так. Ну и ремешки сделать. Тоже сюда. Хочу показать, как я буду делать себе ремешки. Но для того, чтобы сделать ремешки, надо сначала сделать бляшку. Вот. Элементарная бляшка из гвоздя. Я еще не доделал, надо ее подварить. Ну вот, видите, его. Простенько, дешево, сердито. Тут еще на клепочки надо будет посадить на две. И будет держаться. А сама сделана бляшка, вот. Элементарно. Вот такой гвоздь согнутый, вот. Импровизированно. Здесь я подварю. Загнул в гвоздь шестерку. И все. Его готовый ремешок. И бляшка будет. Вот такие вот дела. Сейчас буду вот этот гвоздь гнуть также такой манерой. Я вот срежу шляпку, и получится у меня вторая бляшка. Сейчас постараюсь вам показать, как я гну. Приблизительно. Так, выставляю размер. Так, с учетом, что вырежут. Можно фломастером себе пометить маркером. Вот так приблизительно, где будет сгиб. Вот с учетом пореза. Ну, вот тут где-то. Тут мы начинаем гнуть. Вот так беру. И согинаю.
приблизительно мы согнули. Можно вот так тоже померить. Вот шляпку мы срежем. Так, теперь будем согинать тут. Так, с другой стороны помечу. Так, выставляю. Тоже помогать себе при желании. Так. Потом можно это молоточком подбить. Вот так. Я приблизительно делаю похожую форму. Вот. И все. И вот тут загинаем. Где-то. Так, получается. Тут надо просто цепь погнуть. Так, мы вытаскиваем. Сейчас приблизительно будем загинать. Так, ну чтобы нам лучше согнуть, мы сейчас шляпку обрежем болгаркой. И тогда у нас лучше форма получится. Итак, мы почти все сделали одинаково. Вот так мы обрезали. Сейчас будем дальше соединять выравнивать. Сейчас вот подровняю еще чуток. Вот, почти у нас... Получилось ровно. Вот тут подварится кончик. Вот такая у нас пряжка получилась. Вот так беру и потихонечку соединаю. Подмеряем под пряжку, чтобы получалось у нас все хорошо. Вот. Чтобы запас был. Подмеряем. Вот так. Вот даже. Вот так, потихоньку. Не спеша. Подмеряю. Можно, в принципе, даже подбить молоточком. Так, мерим. Так, берем вторые плоскогубцы. Вот так зажимаем. И сейчас будем смотреть. Вот у нас второе получилось. Вот такие можно сделать бляшки. Вы видите. Ну вот так, ребята, я зачистил слегка. В принципе, нормально. Вот. Осталось только, я говорю, сделать ремешки. И вот это все. Подварить и все. Вот, ребята, хочу показать. Я уже один граф сделал. Сейчас вкратце расскажу, буду второй потом делать. Вот, получается, вставки я его сделал. Ремешки тоже я сделал, заварил. Все, вот такие произвольные получились. Беру вот такие саморезы, вот, видите, да? Закручиваю. Но перед тем я размечаю. Вот, приблизительно на глаз. Тут отступаю я. Вроде получается на 4 где-то почти сантиметра пластина. 3,5. Вот. Потом, когда зарезаю саморезы, я их снимаю слегка. Ну, а потом у меня есть вот такой уплотнитель. Вот. Я сейчас даже при вас его сниму сейчас. Ну и вот. Буду сюда его вставлять вот так. Разрезать на две части. И откручивать, чтобы ну, ногам было мягко. И вот такие будут у меня гафы. Будет плотно нога прилегать. Как-то так вот. Вот такой вариант.
Так, ребята, нахожусь я в деревне. Приехал я испытывать уже свои гафы. Вот так я сделал. Обмотал, еще раз хочу вам показать. Уплотнителем. С помощью скотча вот так. Ремешки вот так выглядят. Сейчас буду их примерять на ноги, на сапоги. Такие вот веревочки дополнительные, пока временно сделал. У меня сейчас нету времени ремешки делать. Сапоги веревкой это буду обвязывать. И потом попробуем залезть на дерево, сделать, как говорится, первый пробный лаз. Но заодно проверим, насколько они хороши. И если все хорошо, то это очень будет вот так хорошо. Но если будут какие-то нюансы, запишем, пометим себе и, как говорится, модернизируем. Вот так. Так что не переключайтесь. Ну вот, ребята, завязали мы гафы вот так. Сейчас попробуем потихоньку сходить в посадку и залезть на дерево. Ну, это вы сейчас увидите. Пришли мы к дереву, вот такая березка. Вот, вроде крепенькая, нормальная. Раз, зацепились. Так. Уверенней. Ну как, сняли? Да. Ну вот так, ребята. Лезет он. Блять, страшно. Высоко. Лучше. Ну, высоко залез, хорошо. Угу. Теперь слезть. Будем пробовать слезать. Тут я понял, главное, ребята, ноги ставить правильно. Уверенно его. Главное, не щелкать. Фу, устал, как говорится. Внимательно переставлять ноги. Вот. Ну, еще надо когти подточить лучше. Ну, вот на одном гафе я держусь. И вот на втором. В принципе, нормально. Надо потренироваться. Все приходит с практикой. И надо, опа, не жалеть дерево. Как говорится, лучше втыкать. Еще и пояс мне мешает. Сейчас попробуем еще раз залезть на другое дерево уже. Ну вот, ребята, иду со штативом, со страховкой. Ну, хочу показать, что даже вот можно в гафах ходить. Во, правда, развязалась одна, сейчас подвяжу. Плохо подвязал, но можно, во, хорошо ходить в гафах, удобно. Ну вот, ребята, сейчас мы нашли осину молодую. Сейчас попробую все-таки его просто так от балды зацепиться. Надо все-таки вот, если небольшие деревья, короткий этот самый, как его, надо пояс, чтоб лезть. Мы сейчас будем пробовать. Вот. Так, раз. Мне как-то вот с поясом не очень ловко. Я не знаю почему. Просто пояс нужен для страховки, чтобы вот так держаться. Вот. Передвинул, если не спеша. Меня ж никто в шею не ломит и не гонит. Сейчас еще раз. Тут вот как-то надо. Ноги правильно ставить. Вот.
держится, когти держит, видите, ребята. При желании его мне надо забираться на высоту какую-нибудь. В принципе, нормально. Опа. О, потихоньку вот так ножки ставить. Можно залезать. Вот, ребята, еще нашел одно дерево. Сейчас попробуем тоже залез. Единственное, хочу сказать, обязательно имейте перчатки. И, во-первых, хочу сказать, что зимой сложновато лезть, потому что скользко. Так мы держимся. Главное правильно ноги ставить, и тогда все получится. От того, как вы ставите ноги, зависит успех подъема, ну и спуска. Вот. Не спеша. Уверенно. Ой. Ну вот так. Хочу сказать, для чего я сделал гафы. Для того, чтобы в весенний период, в летний, ходить, устанавливать ловушки, а также их снимать. Потому что есть деревья, вот, допустим, приблизительно, вроде перспективное. Суков нету, как бы его, чтобы залезть, зацепиться. А наверху вроде неплохая площадка. Выбираешь дерево и устанавливаешь ловушку. Это вспомогательная, как говорится, вещь. Она поможет забраться хотя бы на уровень 2 метров и найти какой-то хотя бы сук, грубо говоря. Так что я думаю, это перспективно. И реально все можно как бы использовать. Для примера могу вам показать, что сейчас найду дерево, где есть сук, но я до него не могу дотянуться. Но с помощью гаф я смогу это все сделать. Сейчас подберу похожее дерево и вам продемонстрирую. Сейчас своими глазами вы увидите, как это можно все делать, как залезать, вот, и как использовать их в правильном направлении, эти гафы. Показываю дерево, ну, как бы вроде перспективно, но получается, что сук очень высоко. И вот как на него залезть, непонятно. Сейчас мы попытаемся, вот, в режиме реального времени залезть на это дерево, попробовать. Потому что можно там на сук повесить ловушку. Для того, чтобы нам повесить ловушку, нам надо залезть на него. Конечно, страховочный человек надо, чтобы был. Вот. Не спеша, не торопясь, потихоньку можно залезть. Первого сука его проверили, крепко, не крепко держится сук, чуть повыше подняли, раз, за ветку зацепились,
залезли, рукой придержались, еще раз подтянулись, раз, страховку подняли, вот, подтянули, к примеру, вот так. Зацепили. Так, мы уже держимся. Вот. И считайте, я уже на дереве, на ветке, и могу уже что-то делать. Ловушку повесил, аккуратно спускаемся, не спеша, держимся за ветку крепко, потихоньку по кругу можем слезать, вот так, опираясь за дерево. Главное не спешить. Ну, вот так благополучно можно слезть. Конечно, это не очень просто, но и физкультура к тому же. Вот такие вот дела. Подведем итоги. Вкратце скажу, что тестирование мои гафы прошли, можно сказать, удовлетворительно. Есть маленькие нюансы. Сейчас я вкратце скажу, что надо будет, ну, сделать более такое крепление мягкое, точнее веревки или ремни. Вот, чтобы они, ну, зажимали лучше и как бы 10 раз не прикасаться к ним, раз завязал хорошо, и все, и пускай держится. Ну и второе, надо, чтобы когти это самое были наточены хорошо. Ну и третье, что когда мы на дерево лазим, главное уверенно ступать. Сейчас еще раз я вам объясню. Вот. И ногу крепко ставить, боясь, чтобы зацепиться, понимаете? Когда не уверен человек вот так, как я ставил сейчас, то все, надо увереннее вот так раз правильно ставить когти, и тогда угол правильный будет соответствовать правильному закреплению. Когда правильно ставишь ноги, вот, то тогда все получается. Но сейчас еще минус такой, что сейчас на улице мороз сильный, скользко, во-первых, и обмерзло дерево. Все-таки это играет какую-то роль тоже. Так что все-таки пользуйтесь аккуратно этим ремеслом, соблюдайте технику безопасности и выбирайте правильно дерево перед тем, как залезть. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте вот такой палец кверху. Наверху нажимайте на колокольчик оповещания, а внизу красная кнопка подписки. Всем пока-пока, до новых встреч, следите за новыми видео.